опаздывает. Всегда он так. Ну что, ребята, как говорится, не подведите, не подкачайте. Не подведите, не подкачайте. Не подведите и не подкачайте. Надо было все-таки вместе идти. Ну вы же знаете, что он всегда опаздывает. На 2 минуты. Да поезд-то, к сожалению, вовремя отходит. Ребят, ну что делать? Эх! Жень! Не понимаю, куда. Да ладно, поехали. Где он? Да садись ты скорее! Жень! Едем! Дашка, давай! Давай! Лёшка, ну как тебе не стыдно? Ну сколько времени собирались, ты взял и все испортил! Где ты был? Ты еще попозже не мог приехать? Что ж ты нас... А ну как ты теперь доберешься? Так, не подведите. Ну ты соображаешь, и на самолет не успеешь. Какой самолет? С барабанами? Ну что ты молчишь? Thank you.
Девушка, вы понимаете, он наверняка внизу где-нибудь бегает, не знает, как сюда пройти. Да вы что, ребята? Вам же сейчас в эфир выходить. Вы ж программу срываете. Я не знаю, что мне делать. Ничего не надо делать, все будет в порядке. Да я сейчас пойду и приведу его. О, стоп. Всем оставаться на своих местах. Я сама. Алло. С вами говорит рационализатор Банщиков. Я в вестибюле. Очень хорошо. Мы вас давно ждем. Нет-нет, сейчас за вами спустятся. Ну пропустите, мне на конкурс, музыкант я. А-а-а. Так я пойду. Подожди, музыкант. Это к нам. Пошли. А барабаны? Пожалуйста. Все уже там. Скорее, а то опоздаем. Ой, господи. Вам не стыдно? Вам оказали такую честь, и вы позволяете себе опаздывать. Позвольте. Послушайте, берите свои барабаны и пойдемте. Какие барабаны? А вы думали, я их буду нести? Так, музычку микшируем. Вторая камера берет Оленьку. Первая. Первая держит пока заставку. Так. А где остальные? Подойдут. Внимание! Полная тишина. Начинаем. Добрый вечер, товарищи. В эфире очередной выпуск телевизионного журнала «Молодой рационализатор». Сегодня у нас в гостях рабочий рационализатор Глеб Банщиков. Метелкин Алексей. Простите, Метелкин Алексей, изобретатель. Ну, наконец-то. Все в сборе, приготовились. Через один номер ваше выступление. Ну, ужас. С ума все посходили с этими архимедами. Весь завод стоит, все в телевизор уставились. А по-моему, это прекрасно, что люди за счет собственного обеденного перерыва сидят перед телевизором и смотрят свой собственный заводской ансамбль. По-моему, это ужасно, что люди за счет собственного обеденного перерыва сидят перед телевизором и смотрят свой собственный заводской ансамбль. Теперь их на весь союз прославят, так вообще пальцем не тронет. А по-моему, это прекрасно, что в моем цехе работает Женька Хитрук, который не только отличный токарь, но и талантливый музыкант, выступающий на всесоюзном экране. По-моему, это ужасно, что у меня в цехе работает Лешка Метелкин, который выступает на всесоюзном экране, а своей основной работой ничего не интересуется. А по-моему, прекрасный парень Леша Метелкин. У парня острый, изобретательный ум, а ты загружаешь его обыденной работой. Конечно, ему скучно. А что ты думаешь, я ему должен специальные задания придумывать, да? А по-твоему, в чем заключается работа мастера? А по-моему, если бы хоть недельку ты с ним поработал, то взвыл бы от него, как и я. А по-моему, если мы минут 5 еще поспорим, то вообще опоздаем на выступление наших ребят. Ребят, пошли. Снов колыны чарує, мої сонячні дні. Снов дівчина дарує своє серце мені. А вербана грай водою, то що пісня наша доля. Хай завжди мене верба, то та думу поверба. Види, Женька Хитрук, да вон с гитарой, боком сидит, смотри. А Метелкина-то опять няк. Сейчас покажут. Видеть его не могу. Вот вы сейчас сидите у нас в студии, Алексей, перед миллионами телезрителей. Расскажите, пожалуйста, как начиналась ваша рационализаторская деятельность? Ну, с чего начинался ваш творческий путь? Угу. Ровно 3 года назад мы решили организовать вокально-инструментальный ансамбль. Приобрели инструменты и начали репетировать. Безусловно, сначала не все получалось, но ровно через 3 года мы выступили перед рабочими это, нашего... Это очень интересно зрителям узнать о том, как вы проводите свой досуг. Но давайте вернемся ближе к теме нашей передачи. Вот расскажите, пожалуйста, о своем первом рационализаторском предложении. До начала передачи вы признавались, что это был обыкновенный водопроводный кран. Какой кран? Покажите, пожалуйста, кран. Отключите звук на эфир и пустите музыку, любую!
Константин Сергеевич, он не Банщиков, его перепутали. Спокойно, товарищи, спокойно. Будем изобретать выход из создавшегося положения. Тем более, что передача у нас соответствующая. Дорогой товарищ Летёвкин. Раз уж мы начали вас показывать, с вами мы и должны закончить. Там у вас на столе лежит текст. Читайте прямо по нему. Сядьте. Вы понимаете, что телезрители вынуждены смотреть на этот проклятый экран, а вы ломаетесь. Ну, говорите что-нибудь. Ну, а что говорить? Что я кран с одной стороны на другой перенес? Да. Вот. И сократили тем самым затраты времени на мытье рук, чем обеспечили экономический эффект. А я этого говорить не буду, мне стыдно. Ну, почему стыдно? Ну, все понимают, что это в первый раз. Ну, пожалуйста. А вообще-то... Подождите. Все. Будь что будет. Включаю студию. Кран, который вы только что видели, это обычный водопроводный кран. Но только на первый взгляд. Дело в том, что в нем смонтирована автоматическая бесконтактная система. Да значит, он тюрист. Проходимец. Она состоит из фотосопротивления, схемы на микромодулях и магнитного электроклапана. Вы руки подносите, вода идет. Вы руки убираете, вода кончается. А что? Толковая идея. Скажите, Алексей, а какова область применения вашего изобретения? Ну, я рассчитывал на производство, где по условиям техники безопасности и промсанитарии непосредственный контакт рук с краном невозможен. Но я пойду. Спасибо большое. Да не изобретал он ничего. Что вы слушаете-то? У меня ничего не получится. Ребята, ну сейчас не мой, порвешься, ребята, ну что вы ебали, ну не надо, ребята, ну я не умею, я же подведу вашу музыкальную бригаду, ребята, ну как вы умеете? Тихо, тихо. Чтобы вообще ничего слышно не было, а? Спасибо, ребята. Итак, закончил свое выступление ансамбль «Оптимисты», и я приглашаю к микрофонам следующий коллектив. Это вокально-инструментальный ансамбль «Архимеды». Мы все работаем на одном заводе. Вместе играем, вместе поем. Вместе и работа, и служба, и песня, и дружба, да? Да. Ну, вам остается и в будущем пожелать так держать. Спасибо. Итак, знакомьтесь, руководитель ансамбля «Архимеды» Рубен Аракелян. Тридцать восемь. Стрельба из лука. Закрыт кабачок, но мы верим, что наше веселье вы взяли с собой для вас. Александр Арбузов, Евгений Хитрук и Алексей Метелкин. Что-то Алексей на себя не похож. Ну что значит не похож? Раз объявили себя Метелкин, значит он. Испытать себя в серьезном деле. И сегодня нам, как перед боем, хочется узнать, чего мы стоим. Земля богата, только держись. Экзамен ребятам готовит нам жизнь. Пускай к порогу спешат ветра, а нам дорогу уже пора.
нам дорогу лишнего не нужно. Мы с собой возьмем мужскую дружбу. Скину той, что в мире всех милее, песню, чтоб шагалось веселее. Земля покатна, только держись. Экзамен, ребята, готовит нам жизнь. Пускай порогу спешат ветра, а нам дорогу уже пора. Нам идти к удачам и победам, нет нам открывать, как Архимедом. Кто-то ищет на земле покоя, только нам не по душе такое. Земля покатна, только держись. Экзамен, ребята, готовит нам жизнь. Пускай к пороку спешат ветра, а нам дорогу уже пора. Товарищ изобретатель. Слушаю, маэстро. Мастер я вам. Да. А я Алексей Метелкин. Алексей Федорович, если хотите. Алексей Федорович, да. Вы когда это вот свою крепость собираетесь ликвидировать? Я отсутствовал. А то получится неудобно, если автора всесоюзно известного водопроводного крана и вдруг лишат премии. Да подожди ты к нему с приборами, дай парню в себя-то прийти. Его по всесоюзному телевидению показывают. Ну как же, видели, сразу по двум каналам. А не сдаст приборы вовремя, лишу премии. А я работаю не за премию, а по вдохновению. А зарплату вы не могли получать по вдохновению? Зарплату нет. У меня такой организм, который требует трехразового питания. Может, Алексей Федорович, да. Напомните, пожалуйста, что праздники кончились. Наступают трудовые будни. Именно с этой минуты начинаете вкалывать. Именно с этой минуты. Да, а именно с этой минуты. Вы куда? На две минуты. Ты чего? Ничего. Как Таня? Что? Как Таня? Нормально. Нормально? Репетиция в 6? Как всегда. Осталось 4,5 часа, не считая обеда. А ты двинься, милок. Ну вот. Ну пока. О, маэстро. О, крутишь? Крутю. Ну-ка. Крутите. Крутю. Проваливай отсюда, сколько можно разговаривать? Что это за каменный век? А вот ты рационализатор, вот и придумай что-нибудь. А? Нет, не могу. Нет, серьезно, нет. Можно интересную штуку придумать. Мне мастер Рябов поручил работу государственной важности. Мелкий текущий ремонт. Привет, Дыня! Ты чего не работаешь? А, еще один воспитатель нашелся. В 6 встречаемся? Да. Осталось 3 часа 12 минут. Вот смотри, и Женя, и Дыня, и ты тоже. Все вы как-то с охотой работой занимаетесь. А мне все это надоело. Каждый день чини, паяй, амперметр, вольтметр. Чудак, а чего ты на завод пошел? Работать надо. А завод ближе всего к дому. А чем ты вообще хочешь заниматься? Не знаю. Играть, наверное. Ну, так в этом деле тоже на одном вдохновении не проживешь. Ты знаешь? Знаю, знаю. Ну ладно, пока, до 6. Пока. Девушка, простите, вы впервые у нас? Да. И давно вы здесь стоите? А вам нравится, как играют? Ничего. То есть как это ничего? Это лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады, ансамбль Архимеды. Не слышали? Нет, не слышала. Вы очень много потеряли. Очень. Кстати, Алексей Метелкин, руководитель. Очень приятно, Лена. Леночка, мне кажется, что вы поете. Вы поете? Немного. Меня мое чутье никогда не подводит. Леночка, спойте что-нибудь. Как здесь? Да. На улице?
Да. Люди, ну что вы, нет. Ну это ничего, не обращайте внимания, пожалуйста. На тебе сошелся клином белый свет. На тебе сошелся клином белый свет. На тебе сошелся клином белый свет. Достаточно. Сыровато. Придется очень много работать над вашим голосом. Очень много. Кстати, могу помочь. Если что-то будет получаться, я, правда, точно не обещаю, но вполне возможно, что мы вас возьмем в наш ансамбль. Ой, спасибо большое. Я буду вам так благодарна. Я буду очень стараться. Я давно мечтаю быть певицей. Что с вами? О, кстати, познакомьтесь, Архимеды. Ар Рубен Аракелян. Хи Евгений Хитрук. Ме Алексей Метелкин и Саша Дыня. Арбузов я. Ну, мы его так зовем, чтобы не портить название. Лена. Еще что-нибудь будешь придумывать? Нет. Тогда можем продолжать работать? Да. Прости, задержался. Ничего. Ну как? Ничего. Я так работать не могу. Почему посторонние в зале? Товарищ, вы к кому? У вас бас часто совпадает с темой. Это нехорошо. А потом это громко. Слушайте, это так громко, ну просто стадо слонов. Вы же не на танцплощадке, вы же музыку хотите играть. А если вы так начинаете, вам нечем будет закончить. Убери, пожалуйста, в половиночку свои ударные, ладно? Ну еще раз. И красиво. Милых лиц черты и сияние глаз в пору первых встреч покоряют нас. Но проходят дни, и в один из дней красота души станет нам видней. Мы слова найдем такие нежные, что завидовать начнут красавицы тем единственным на свете женщинам, которых любим мы. Много дней пройдет, и в один из дней красота души станет нам видней. И среди зимы мы услышим птиц и поймем, что нет у любви границ. Мы слова найдем такие нежные, что завидовать начнут красавицы тем единственным на свете женщинам, которых любим мы.
Ну ладно. Сладенько. Проще надо, проще. Вообще, я думаю, что это не ваш репертуар. Поговорим о каждом в отдельности. Лоха. 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 А в общем, вы мне понравились. Беру. Куда? Простите, я даже не представился. Кошелев Леонид Сергеевич, худрук филармонии. Да, кстати, познакомьтесь. Леночка Исаева, наша солистка. Будете вместе работать. А мы уже знакомы. 1-0. Как? Договорились? О чем речь? Подумать надо. Подумать надо. Но только до завтра. Там есть мой номер телефона, позвоните. Ну, пока. До встречи. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Да, сынок. Ты теперь взрослый. Сам решаешь. Хочешь стать барабанщиком? Ударником. Барабанщиком. Твое дело. Каждому свое. Один хочет стать ученым, другой космонавтом, а третий барабанщиком. Ударником? Спросят меня теперь. А кто ваш сын, Федор Николаевич? А я с гордостью отвечу. Барабанщик. Ударник, Федя. Да нет, не ударник! Я тебе сейчас покажу, что такое ударник. Вот. Вот. Вот, видал? Человека за труд ударником называют. А ты барабанщик. Федя, не надо. Прошу тебя, успокойся. Ну, правильно, конечно. Братец на скользкую дорожку становится, а ей все хихоньки. Как вы все мне надоели, как маленькие. Федя! Ой, Лёшка, какие вы счастливые. А он сам нас пригласил? Он не передумает? Представляешь? Афиши на всех углах. Фотографии, концерты. Если вас узнают, Алексей Метелкин. Или нет? Евгений Хитрук, гитарист. Дурочка, чему ты радуешься? Начнутся у твоего гитариста всякие поездки, а там артисты. Поклонницы. Так ты его и видела. Ой, мамочка, ну как ты несовременно рассуждаешь? Ну что, и на привязи должна его держать? Мы не должны ограничивать свободу друг друга. Ой. А разве вы на гастроли будете ездить? Конечно. Сначала по области. А потом, наверное, за границу. Отец расчувствовался. Достал свои грамоты. Он у меня тоже ударник. Ну, а я ему свои. Он, бедный, чуть не плачет. Теперь, говорит Алексей, в нашем доме два ударника будет. Полборща. 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 Полный борщ, пожалуйста. Ну, а Таня что? Ну, Таня. Что Таня? А, Таня говорит, что теперь мы с Женей друг друга проверим. Разлука – это шницель. Индикатор человеческих чувств. Шницель. Шницель. Шницель с двойным гарниром, пожалуйста. Ребята, а давайте споем, как у нас в деревне поют, а? Угу. Вот так. Я буду петь соло, а ты давай... Ба-б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 а-
Шалварас, шалварас, чиха.
каравану мимярас. Это похем имярас, бораванды шалварас. Это похем имярас, бораванды шалварас. Ну ладно, Метелкин, на сегодня хватит. Завтра дадим. Ты обижаешься? А у меня, между прочим, больше оснований обижаться. Вот давай на чистоту. Настроен серьезно поговорить, а? Ты считаешь, что мастер Рябов тебе, так сказать, продирается, да? А если откровенно? Ну как ты работаешь? Молчишь? То ты оно. Ладно, парень, ты неплохой. Соображение. Отдача от тебя 0,0. Все это барабан уходит. Нет, ты барабан. Барабан на здоровье. Я сам, к примеру, велоспортом увлекаюсь. Но не в разреже с основной работой, пойми ты, а в дополнение, так сказать, для гармоничности какой-то. Ты чего? Слышал уже? Вчера Васин с Муркиным на тренировке круг прошли за 27 секунд. Да что ты? Что ты? Работать надо, тренироваться, а то вообще скоро будем на последнем месте! Что ты? Так. Шабаш, Метелкин, я закрываю! Алешенька, ты сегодня хорошо поработал, молодец. Ты можешь идти домой, а мы пока что... Так. Ну, Кулибин, изобретатель. Слышь, Рябов, дай мне, он мне тележку сделает для... Стружки. Нет уж. Это я теперь из него сделаю. Стружку. В порядке. Я думал, такие только за границей бывают. Слушай, дай мне, а телефон я тебе перепишу. Да подожди ты. Сначала все надо в принципе решить, да или нет. Еще решать будем? Я думал, ты это, цену набиваешь. Слушай, а ты серьезно сомневаешься? Нам ведь такое счастье привалило. Ребята, да ведь это приглашение нам еще оправдать надо. Ты что ты пугаешь? Уж не хуже других работаем. Не хуже не критерий, надо лучше. И вообще жизнь пойдет. Гастроли, артист. Да что там, голосуем? Никаких голосований. Ведь это на всю жизнь. Здесь каждый должен решить сам за себя. Почему каждый за себя? Весь ансамбль приглашали, значит, или все, или никто. Голосуем и все. Пришли. Ну, пойдемте. Времени у нас, ребята, в обрез. Да, когда вы сможете уволиться? Завтра подадим заявление. Пока рассчитают дня три. Вот и прекрасно. С завтрашнего дня начинаем репетировать. Ой, Леночка. Здравствуйте. Ну вот, ребята согласны. Я так и думала.
Так что начинайте знакомиться поближе. Прошу. Нет, не курю. Спасибо. Извините, вы домой сейчас? Да. Вы разрешите, я вас провожу? Пожалуйста. И вот выходишь, и сразу ощущаешь контакт с залом. А другой раз чувствуешь себя в форме. Поешь хорошо, а все как в вату. Зритель сам по себе, ты сама по себе. После такого концерта чувствуешь себя такой уставшей, будто весь день мешки грузила. Ну, насчет усталости этим нас не испугаешь. Мы в конце квартала, бывает, так вгалываем, и ничего. Да, конечно. Только знаете, Саш, по-моему, это разная усталость. А здесь я живу. Спасибо, что проводили. Может, еще прогуляемся? Нет, Саш, я что-то устала. Ладно, перенесем это мероприятие на завтра. Встретимся на репетиции. Мы ведь договорились заниматься вашим голосом. Один-один. Рассчитался? Нет, специально вас ждал. Хочу, чтобы вы тоже посмотрели на физиономию моего мастера, когда он будет читать мое заявление. Представляете? Мастер. В музыку ухожу. А? Мастер, да вы что? Доделайте приборы и уйдете. Но у меня репетиции каждый день. 2 недели отработаете. Старый способ.
Берешь бутылку. Знаешь, где он живет? Посидите, и порядочек. Богатая идея. Слушай, а что если мы все делегации пойдем просить за тебя, а? Бесполезно. Его ничем не прошибешь. Ну, а если ходатайство от филармонии написать? Ни в коем случае. Сколько можно возиться? Ну-ка, собрались. Ну что, попробуем целиком? Попробуем. Попробуем. Печали. Бабушки строго их поучали. Рано влюбляться с первого взгляда, рано влюбляться с первого взгляда, и со второго тоже не надо. Рано влюбляться с первого взгляда, рано влюбляться с первого взгляда, и со второго тоже не надо. Дедушки опыт помнили личный, дедушки опыт помнили личный, и рассуждали очень логично. Вроде бы рано с первого взгляда, вроде бы рано с первого взгляда, а со второго вроде бы надо. Вроде бы рано с первого взгляда, вроде бы рано с первого взгляда, а со второго вроде бы надо, вроде бы надо, и все. Вот уже внуки ходят с усами, вот уже внуки ходят с усами, сделали внуки выводы сами. Рано, не рано, надо, не надо, рано, не рано, надо, не надо. Каждый влюбился с первого взгляда. Рано, не рано, надо, не надо, рано, не рано, надо, не надо. Каждый влюбился с первого взгляда, с первого взгляда, и все. Каждый влюбился с первого взгляда, каждый влюбился с первого взгляда, ну а второго просто не надо, просто не надо, и все. Просто не надо, и все. Просто не надо, и все. Тебя не смутит, если я в этом месте вот такой пассаж сделаю? Ничего. Можно еще вот так попробовать. Ну ты просто молодец. А я еще вот так могу. Хитрук, первый вариант лучше. И не морочьте ей голову. Ну, встретимся на репетиции. Ну то, может, зайдем к вам. С родителями надо бы познакомиться. И сегодня, ладно, Саша? А, понимаю. Подготовить надо, да? Ладно, отложим это мероприятие до другого раза. Да. Решите? Но вы понимаете, без техники, без мастерства, все это как неиспользованный капитал. А талант
Его беречь надо, да? Леночка, что ж ты, где ж ты пропадаешь? Алексей Федорович тебя уже полчаса ждет. Тебе же голосом надо заниматься. Действительно, нам давно уже пора ехать. По-моему, это ужасно. Не государственный человек, Рябов. Я тебя как друга прошу. Отдай ты мне парня. Представляешь, сколько мы теряем на вывозе стружки. А у тебя он только время отбывает зря. Он бы мне тележку за неделю забрал. А ты все дело тормозишь. Ну, ты мне тормозишь. Я с двоих кручу. Может, ты вообще ноги вынешь, а я тебя покатаю, а? 32! Почему сбавили? Мастер! 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 Да он перворазрядник. Кому перворазрядник? А кому и мастер? Мастер! Девочки, ну помогите остановить их. А ты сам попробуй. А по-моему, настырный парень. Смотри, даже здесь я нашел. Нахал, этих мало. Даже здесь меня нашел. Мастер, отпусти! У меня сегодня дневные репетиции начинаются. Это тебе не самодеятельность! Не сдавайся! Ну, еще чуть-чуть, либо! Мастер, отпусти! Все равно я не работник! Сами! 26-1! Побит рекорд мастера и Мурзина! Ура! Видеть вас не могу. Правда, мастер? С завтрашнего дня поступаете в распоряжение Зубова. Изобрета! Ребята, ребята, я с ним договорился железно. Делаю ему тележку, и он меня отпускает. А делать ее 3 дня. Начали. 6, 7, 8. Все, все сначала. Еще раз. Начали. Приготовились. И раз, 2, 3, 4. Раз. 2, стоп, Жанна. Еще разочек. Ребята, подождите немного. Еще разочек сама. И раз, 2, 3. У меня уже идея есть одна. Хвати, собаку использовать. Почему не кошку? А между прочим, в Дании собаки молоко по домам развозят. Ребята, все свои дела после репетиции. Да собака на третий день от шума взбесится. Это точно. Ну все, приготовились. Поехали! А если рельсы? Ну да, стрелки, шлагбаумы. Женя, Метелкин, неудобно, да? Ребята! А если канатку? Кончайте! Ребят, сколько можно халтурить, елки зеленые? Сейчас возьмем и уйдем. И вы останьтесь здесь сами репетировать. Ну ладно, Коля, хватит. Ну все, 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 все. Последний раз. И красиво. Дорогие товарищи, здесь танцуют или хоронят кого-то? В 2 раза быстрее, я же говорил. Рубик, не давай им спать. Ну сделайте это, ребята. Папайра, пара папа, парара папайра, акцент, так, акцент, так, так, так. Что написать, да? Чтобы стыдно было. Диня,
Вы же ритм-гитара. А где же ритм? Да нам вчера только ноты раздали. Ноты? Вот это ноты? Это же ликбез. От вас же не требует 13 бемоль, 5 бемоль, 9 в дубле блюзе брать. А может, перекурим? В поезде будете курить! Играете, как в привокзальном ресторане. Вас же на сцене помидорами забросают. Работать надо, работать, а не перекуры устраивать. А, кстати, как у вас с заводом? У нас завтра с утра репетиция. А я с утра не могу. Я еще не уволился. Да. С вами не соскучишься. Ладно, перекур. Жень, да? Скучно со мной. Весело. Смешная я, да? Завал! Вот все, что я не сделаю, все против меня оборачиваешь. Ну, конечно. С балеринками тебе интереснее. Ну, сколько раз тебе говорить, я даже имени ее не знаю. Жанна ее зовут. Я уже выяснила. Лёшка! Лёшка, да скажи ты ей, что я к этой Жанне никакого отношения не имею. А ты всё-таки знаешь, как её зовут? Послушай, да только что от тебя услышал. Таня, послушай, Таня, ну постой, Таня. Ну ты хоть раз можешь выслушать до конца? Ну что, мне дверь ломать, что ли? Действительно завал. Дождался, пока родители уйдут в кино. Думал, поработаю, а тут вы с вашими выяснениями. О! Ребят, а может вы тоже в кино сходите или еще что-нибудь сделаете, а? Перепадики. Вы извините, я к вам сегодня зайти не смогу. Завтра с утра репетиция, поработать надо. Ну что же делать? А то, что-то Кошелев на меня насел, так что отложим знакомство с родителями до другого раза. Отложим. Пришла? Ну и хорошо, сейчас ужинать будем. По-моему, нам пора ехать заниматься голосом. Нет, Леночка. Похоже, что мы больше не будем заниматься. Пока я эту чертовую тележку не придумаю, закончилась моя артистическая карьера, и разведет нас судьба в разные стороны. Мастер, главное – это идея. Все остальное – дело техники. Пускаем по цеху буртик, угу. Приделываем пятое колесо, угу. И вы меня отпускаете. Пятое? Ну да. Телеги? Да. Ладно, Метелкин, идите. Делать. Думать, Метелкин. Думать!
А если вот этот вариант? Мастер, главное это идея. Все остальное... Идите, Метелкин. Думать. Думать. Стоп! Ну, ерундой занимаемся. Что за репетиция без ударника? Ну-ка еще разочек. Начали? Четче! Акцент! Еще? Так, 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 так. Так. Стоп! Вы, ребят, пока помолчите. Ну-ка, Дэнни, вы один. Стоп! Ну, наконец-то я разобрался. Дыня, вы же держитесь в ритме только тогда, когда ударник поддерживает. А так сползаете. Чего сползаю? Все нормально, по-моему. Это плохо, что, по-твоему, все нормально. Да он все равно на концерте без ударника играть не будет. Конечно, не будет. Кстати, а где ударник? На работе. Вы же знаете. Что значит на работе? Здесь его работа. Здесь, понимаете? Или мы коллектив, и мы работаем, или давайте распрощаемся. Играйте в клубе, выступайте по телевидению, прекрасно. Все еще понятиями самодеятельности живете. Для собственного удовольствия поигрываете. Удовольствие пусть люди в зале получают, а для вас это работа. Изнурительная, если хотите. А мы что, не работаем? Вот. Давайте договоримся, чтобы это осталось между нами. Ладно? А то ведь засмеют Кошелева. Вот скажут, музыкантов набрал. Спрячьте ваши пузырики и не показывайте их никому, пока профессиональных мозолей не наживете. Профессиональных? А я, по-вашему, белоручка? Вот мои мозоли. Дыня, прекратите демагогию. У каждой профессии свои мозоли. Думаете, у тех, кто головой работает, их нет? Где это? А вы подумайте. Ну ладно, ребята, собрались. Последний раз. И красиво. Так. Ничего, ничего. Ничего. Ровнее, пожалуйста. Так, прилично. Не загоняйте. Ровнее. Еще ровнее. Мягче. Не останавливаться, продолжаем. Мягче. Еще мягче. Нежнее. И затихаем. Ну вот, есть нюансы, есть музыка. Нет нюансов, есть только одни правильные ноты. Леонид Сергеевич, что это с вами? Репетируем. Слышала? Кажется, начинаем звучать. Это хорошо. Тем более, что через неделю мы уезжаем. Это что еще за новости? Сейчас директор сказал. Ох уж эти мне администраторы. Ладно, ничего, как-нибудь выкрутимся. В принципе, мы ведь почти готовы. Да, как же Метелкин? Он ведь еще не уволился. Да изобретет он. С вами, конечно, не соскучишься.
Не боись, ребят. Все образуется. Тань, что с тобой? Ревную я, как дурочка. Ну что ты? Ну не могу я так. Умом я все понимаю. А какой вижу тебя среди них? Сразу сама не своя остановлюсь. Тань, ну пойми, ты глупая. Это работа все-таки. Я как подумаю, что уедешь ты. Ну не смогу я, не смогу. Ну, Тань. Хочешь, я все брошу, а? Ну вот ты только скажи, я все брошу. Ах,
артисты. Слабое. И самое страшное, он не чувствует ритма, а это уже от Бога. Не боись, он знаешь, какой настырный. Он еще лучше всех нас играть будет. Что случилось, Леша? Что ты молчишь? Ты можешь объяснить, что случилось? Леша. Придумал. Белая линия. Белая линия? Ну, белая линия, как на асфальте, на улице. Я так думал. И вдруг бах, вот она идея в голове. А с вами такого не бывало? Ну ладно, Метелкин, идите. Думать? Нет. Делать! Ну чего ты ждешь? Вот прямо сейчас пойди и скажи, я не еду. Ну неудобно, репетиция сорвется. Ну смотри, тебе виднее. То потом будешь говорить, что это я тебя вынудила. Да никто меня не вынуждал, я сам решил. Вот и прекрасно. Если рубить, так уж с плеча. Так, 10 часов, пора начинать. Поскольку Метелкин опять не явился, я его заменяю. Вот, прошу любить и жаловать. Ваш новый ударник Валерий Дунский. Перестаньте кукситься. Шансы у Метелкина еще остаются. Валерий в курсе дела. И вообще он прекрасный парень. Кстати, тоже из самодеятельности к нам пришел. Прошу всех на сцену! О, здравствуйте, товарищи! Ну, что нового? Вот новый ударник вижу. Да, новый ударник. Валерий. Кстати, познакомьтесь. Да не томи ты душу! Придумал? Приступить к изготовлению. Рябов! А, собственно, что случилось? Ну, придумал человек. Но зачем из-за этого репетицию срывать? Очень дельная мысль. Валерий, вы посидите пока в зале. Вы, наверное, уже поняли, что от этого человека каждый день можно сюрпризов ожидать. Ай, тэнс. Ну-ка, братцы, приготовились к репетиции. Леонид Сергеевич, ну говори. Да нет, ты первый. Да что такое?
Надумал я. Не поеду я с вами. Не потяну я. Хорошо, подумал. Догони его. Не надо. Не надо его жалеть. Это поступок сильного человека. Ладно, давайте репетировать. Да, Хитрук, вы мне что-то хотели сказать? Да нет. Я уже забыл. На любовь надеешься, а не получается. На любовь надеешься, а не получается. Сердце говорило мне: погоди, не радуйся. Ах, любовь без милого, что письмо без адреса. Любовь без милого, что письмо без адреса, и одна печалишься, и вдвоем не весело. Может, кто-то выдумал, что на свете есть она. Кто-то выдумал, что на свете есть она. Но опять надеется сердце, тем не менее. Любишься, развеются все твои сомнения. Любишься, развеются все твои сомнения. Любишься, развеется все твои сомнения.
Хитрук, а вы куда? Никуда я с вами не поеду. Пять, четыре, три, две, одна, пошел! Ура! 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 Когда мы на финал ехали, так он за нами до самой Москвы на мотоцикле гнал. Он с детства такой. Мама говорит, когда он только выучился ходить, сразу стал опаздывать. Ну, спасибо, успокоили. Как она за молоко пошла? Белая линия не годится. Ладно, Митилкин, ничего. Приказ об увольнении я уже подписал, а эти вот мелочи мы как-нибудь тут сами. Верно, сами. Белая линия не годится. Ничего, ничего, ничего. Успокойся, конечно. Все будет хорошо. Ничего. А вы знаете? Вот они идут. Ну, кажется, все. Что? Привет. Подружились конкуренты? Метелкин вне конкуренции. Ну что ж, ребятки. Леонид Сергеевич, можно вас на секундочку? Пожалуйста. Валера, ты что, с нами едешь? Да, с тобой не соскучишься. Не пожалеешь? Уже жалею. Музыкант из тебя получался неплохой. Что ж, отговаривать не буду. В конце концов, каждый должен в жизни сделать свой выбор. Если ты его сделал, я тебя поздравляю. Правда, не без сожаления, но это уже от профессиональной ревности. Спасибо. К окнам прикоснулся осторожно. Это называют красотой. К этому привыкнуть невозможно. Утро, разгоняй ночную тень.
и сумей при этом сделать так, чтоб был наполнен день только светом, только светом. Сделать так, чтоб был наполнен день только светом, только светом. То, что нас тревожило вчера, где-то за спиною остается. Хочется нам верить, что с утра самое хорошее начнется. Утро, разгоняй ночную тень и сумей при этом сделать так, чтоб был наполнен день только светом, только светом. Сделать так, чтоб был наполнен день только светом, только светом. Разгоняй ночную тень и сумей при этом сделать так, чтоб был наполнен день только светом, только светом. Сделать так, чтоб был наполнен день только светом, только светом.